Ну почему вы совершили это преступление? Да я не совершал его, знаете. Убийство вообще произошло по неосторожности. По версии следствия, Федосов, работавший на момент совершения инкриминируемого ему деяния грузчиком, находясь в квартире своих знакомых по улице Кирова, города Орехово-Зуево, из имеющегося у него ружья, выстрелил один раз в своего знакомого, чем причинил ему огнестрельное ранение тела, в результате которого он скончался на месте происшествия. Впоследствии, в течение нескольких дней, он попытался сокрыть труп, в частности, завернул его сначала в ковер, несколько часов хранил его в квартире, после чего вывез на улицу, затем сокрыл, как предполагает следствие, путем сожжения, а также частичного расчленения. Тело потерпевшего было обнаружено спустя почти 3 недели после совершенного им деяния.